Утро 12 августа. Я иду по Мшаре к озеру. В нем прозрачная вода. И я взял с собой маску, трубку и ласты. Хочу попробовать понырять и сделать подводную съемку. Ну, кроме того, буду ловить на спиннинг окуня, которого много в этом озере. Ну и хочу вообще провести весь день на озере, вдыхать ароматы болотных трав, багульника и сосны. Вот она моя щучка, которую я сюда выпускал. Вот и окунек. Ух, это уже абориген, местный житель. Вот это окунище. Какой у него рот огромный. Один за одним пошли. Вот на втором забросе опять окунишка. И тоже очень хорошенький. Да, пошел клев. На каждом забросе берет окунь. Вот еще один. Да, это явно жор окуня. А, вот он, еще один. Какой хорошенький. Обалдеть. Вот, на каждом забросе, уже который четвертый. Главное знать меру. Какой красавчик. Вообще, класс. Это и окунь. Ну, как часто это бывает на рыбалке, окунь начал брать внезапно, 5 штук я поймал подряд, и также внезапно клев закончился. Ну, либо он отошел, либо просто перестал питаться. И вот сейчас бросаю, и все бесполезно. Клюквы полно в этом году будет. Ну, блесну не берет, попробую на отводной. С наядой. Личинка стрекозы. Еду мелкий окунек попался. Не знаю. Ну, вот это ничего. Пускай такого. Вот на наяду. Видели это? Щука вцепилась в окуня, вот в этого. То есть я поймал окуня, и в него вцепилась щука. И явно щука не та, которую я выпускал. Да, щука была крупнее. То есть это не та щука, которую я выпустил. Обалдеть. А вот это да. Странная. Дождь не обещали. Плащенный красавец. Время без 15:12. Полдень фактически. Солнце еще даже не выходило. То есть вот сегодня весь день пасмурно. Дождик уже начинался. Вот. Но тем не менее рыба клюет. Поймал я уже десяток, наверное, даже больше окуней. Вот. И также у меня несколько рыболовных открытий. Ну, то есть, во-первых, щука есть. Я поймал одну мелкую. И одна покрупнее у меня схватила окуня при вытаскивании. Вот. Это
в общем-то, удивительно. Удивительно, что щука, возможно, здесь уже и была. Хотя 20 лет я ловил, и за 20 лет ни одной не поймал. А вот в этом году уже 3. Вот. Ну, не знаю, может быть, или моя подросла так, что ну, уже под килограммчик была щука-то. Не знаю. Ну, хотя здесь кормовая база хорошая, почему нет? За лето прибавила. Вот. И еще очень интересное. Вот все это время, сколько я, часа 3 здесь уже, плещется, ну, я думаю, это карась. То есть золотой, скорее всего, не знаю, такого очень красивого золотистого цвета, я уже его даже видел. Вот, достаточно много и крупный. Не знаю, надо, наверное, что-то предпринимать и как-то его ловить. Не знаю, на кукурузу, что ли. Ну, весь он где-то вдалеке от берега, то есть к берегу не подходит. В общем, вот такая у меня тоже задача теперь — поймать карася здесь. А еще ко мне прилетала белая цапля. Вот только что улетела. Окунишка. Красавчик, окунишка-то. Крупненький. Вот еще одна щука. Сейчас посмотрим. Блин, заглотила, черт, а? Ну вот непонятно. Моя, не моя. А, нет, все-таки выплюнула, молодец. Молодец, выплюнула. Так, ну что могу сказать? Ну, возможно, моя, возможно. Потому что размер... Вот наелась за лето. Наверное. Что, выйдет сегодня солнце? Или так я и пойду плавать в пасмурную погоду? Не так, конечно, я все себе рисовал в воображении. Должен был быть солнечный денек, и я должен был погружаться в озеро при хорошем освещении. Ну, время уже к 2, и ждать... Ну нет, надо готовиться к этому. А мне аж прям жутковато. Я плавал в море, где там, ну, где-то, где акулы есть. Но здесь темнота, потому что илистое дно. Сейчас пасмурно. А под берегом тоже ничего нет. Это вот здесь они плавуны. Вот. Ну то есть прям аж жутковато. Кажется, что сейчас из черной темноты снизу кто-то вынырнет и схватит тебя за брюхо. Или... В общем, надо готовиться. Ну и самое главное, ничего не видно. Темнота. Вода прозрачная, но темная, пасмурная. И нифига не видно. На яду сейчас буду ловить. Ну, в общем, нырять пока воздержусь в такую погоду, потому что нужно солнце. А то так ничего не видно вообще в темноту. Ух ты, какой класс. Просто супер. О. Вот это да. Какой у него глаз огромный. Так, ну что, еще одна щука. Явно не моя. Я выпускал гораздо меньше. Эта щука уже почти килошница. Вот. Так что была здесь щука, и не знаю, почему
Окунишка местный. Ну и трофей. Это окунек. Какой хороший. За одним. Буду уже отпускать, потому что ну куда мне? Что сказать? Это радость великая рыболова. Один за одним практически. На каждом забросе. Вот, на каждом забросе. Закончен мой очередной день на рыбалке. Вот. Ловил я сегодня с утра до вечера. Больше 10 часов. И все время на спиннинг. То есть на яду и на вращалку. Поймал где-то 30 окуней примерно. Ну, большинство, естественно, отпускал. Вот, взял немного на уху. Ну, а также великая радость. Все-таки в этом озере прижилась щука, которую я выпустил. Поймал я 4 штуки. Вот, причем, ну, 2 были очень приличного уже размера. И я даже засомневался, моя ли это щука. Но, естественно, моя. 20 лет я рыбачу на этом озере, и щук здесь не было никогда. Поэтому, конечно, радость у меня великая. Здесь теперь водится щука. Это теперь можно сказать с полной уверенностью. Также видел карася, но как его ловить, я пока даже не представляю. Он вот по центру плещется. Надо думать.